Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК. Прямо сегодня я покажу самый дорогой аккаунт Stand of 2. Это не шутки, это не пранк, потому что данный аккаунт стоит 500 тысяч рублей. И это не аккаунт Лича, это новый аккаунт парня, которого никто не знает. Короче, ребятки, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за такой крутой и уникальный контент. Если вы поставите много лайков, то я попрошу этого парня, чтобы он подарил вам какую-то крутую аркану. Ну что же, поехали! MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Давайте я вам расскажу, откуда я нашел данный аккаунт. Дело было так, я, как обычно, сидел вечером, залипал на видосики в Ютубе, и тут мне приходит письмо на почту. Я думаю, блин, опять какой-то школьник вызывает меня на дуэль по-любому. Но я читаю, и там написано: «Привет, Кент ПК, у меня самый дорогой аккаунт Stand of 2, даже дороже, чем показывал ТикТак в своем видео». Я подумал, что это рофл, подумал, что это какой-то прикол, и попросил у него какие-либо пруфы. Дальше он мне отписал ВК, и вы посмотрите на вот это. Ну а потом в качестве доказательств мне, ребятки, отправили вот это вот видео. Если вы подумаете, что это рофл, или пранк, или обман, то знайте, я с этим аккаунтом играл дуэль один на один, поэтому это не обман, это реально этот человек. Ну что же, дети, вы готовы? А ну-ка напишите в комментариях, вы готовы? Да, вы готовы, вы готовы? Посмотрите на вот это! Да, это флипнайфы. И да, их дохрена. Посмотрите, ща, посмотрите, блин, пацаны, я просто в шоке, у меня нету слов. Это тот аккаунт, который стоит 500 тысяч рублей. Только я вас прошу, я вас умоляю, не выпрашивайте у него голду. Он голду никому не даст просто так, это 100%. Блин, пацаны, посмотрите, сколько флипнайфов, я просто ору. И вдумайтесь, это только флипнайфы. Это только начало инвентаря, это самый дорогой инвентарь. А, и да, посмотрите, 40к голды на счету, это считай 1 керамбит голд. 1 керамбит голд просто на счету, так сказать, просто золото, так налево и направо можно тратить. Блин, ребята, я просто в шоке, откуда... Но, вам же всем интересно, откуда у него такой дорогой инвентарь. Ну я-то, ребята, мозг, я спросил для вас у него парочку вопросов, и он дал на все эти вопросы ответы. Поэтому, пацаны, просто ждите, буквально через одну минутку вы узнаете, откуда у него все это есть. Но сейчас посмотрите на все эти ножи, просто на это можно смотреть вечно. Знаете, можно смотреть вечно на три вещи: как считают деньги, как горит огонь, и как листает такой крутой, офигенный, дорогой инвентарь. Блин, сколько статрек. Ребята, вот эти вот G22 Frozen, если я не ошибаюсь, они стоят по 2 коголды, а статреки по 15 коголды. Я просто хренею, блин. А VM Sport V2. Да, это не склейки, это не монтаж. Я реально играл против этого аккаунта дуэли. Блин, пацаны, посмотрите на все это. Я не знаю, просто можно смотреть и рассматривать. Вот прям отдельное видео можно рассматривать инвентарь этого парня. Блин, я в шоке, посмотрите, сколько наклеек, и каждая из этих наклеек стоит почти по косарю. Ну, вы понимаете уровень, пацаны, это просто миллионер, это просто миллиардер. Офигеть, не встать, вот это я понимаю, инвентарь за 500 тысяч. Я, конечно, не считал, но он мне написал то, что его аккаунт стоит 500 тысяч рублей. Ну, он походу подсчитывал и примерно сколько вышло. Блин, пацаны, вот это я понимаю, люди живут, не то что мы с вами, да? Эх, а у некоторых даже нету ни единой арканы. Эх, увы, ах. Ну и первый вопрос, как давно ты играешь в стендов? И откуда все это? Как ты это все получил? Я тоже такое хочу! Ну, смотри, играю я в стендов, это получается с позапрошлого года, примерно в октябре или ноябре, точно, к сожалению, не помню. Откуда все это? Это все трейд. Но смотри, канал Сорян — это не один человек. Канал Сорян — это два человека. То есть я и мой друг. И вот в этом аккаунте, то есть наши оба инвентари. Ну, конечно же, у моего друга больше, то есть, но он тоже представитель моего канала, то есть он тоже имеет доступ. И... Короче, как я понял, у них один аккаунт на двоих, но тем не менее, за два года заработать на аккаунт, который стоит 500 тысяч рублей, это, ребята, не то что круто, это просто нереально круто. Я думаю, всем интересно, на чем ты трейдил, чтобы получить насколько дорогой аккаунт. Потому что расскажи, я тоже буду трейдить.
Я не знаю, я лично сам начинал трейдить с ножей. То есть мне друг дал 1500 голды примерно, и я начал трейдить с ножей. Да. Офигеть, то есть получается с 1500 голды вы доросли до 500 000! Охренеть вы крутые, просто респект вам. Поделись с моими подписчиками секретом, что лучше всего сейчас купить, чтобы себе поднять немножко голды. Расскажи секрет. Ну, можно сейчас еще, есть шанс, мне кажется, купить тег-9 некромансер статрековский, который стоит на данный момент 1600 по заказному. Да, думаю, они, мне кажется, до 3000 вырастут. Сколько времени в день надо трейдить, чтобы заработать на хотя бы примерно такой же аккаунт? Мой друг примерно в игре проводит по 7 часов, а я примерно, ну тоже, да, 7-8 до... Офигеть, то есть получается, чтобы заработать на такой крутой аккаунт, надо проводить по 7-8 часов в день на трейде? То есть это считайте как реальная работа? Офигеть, вот это да! Ну что ж, мои уважаемые подписчики-миллионеры, надеюсь, после этого видео вы начнете трейдить и заработаете себе минимум на такой же самый Керамбит Голд. Ну а с вами был ваш Кента ПК, большое спасибо Саряну, ссылка на его канал есть в описании. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, обязательно влепите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой ваш хороший комментарий. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем пока!